Для Бога нет безнадежных случаев и бесполезных людей. Каждый из нас – Его особое творение. Мы не случайность. Счастье – это пробуждаться по милости Божьей, вдыхать глоток свежего воздуха и понимать, что дышу и живу благодаря Господу и Его любви ко мне. У твоих мечтаний есть предел, а у Божьих благословений для тебя пределов нет. Любой шаг может изменить жизнь. Вопрос лишь в том, куда этот шаг сделать. Пусть ваши шаги будут направлены к Богу. Бог не обещал дни без боли, смех без печали, солнце без дождя. Но Он обещал силу для каждого дня, утешение для слез, свет для пути. Совершенно не обязательно делать великие вещи. Можно делать и маленькие, но с великой любовью. Важен не тот, кто был с тобой с самого начала, а тот, кто будет с тобой до конца. Доброе утро, мой драгоценный друг!